Здравствуйте! Вы в гостях у Татьяны. Сегодня я готовлю омлет с цветной капустой в духовке. Однажды приготовила, теперь готовлю все время. Мне надо цветная капуста. Мне полкило приблизительно. Я режу цветки. Цветок. Срезаю. И буду проваривать. Кипячую воду кину и 5 минут проварю. Разобрала капусту, иду приваривать. Кипячую воду посоленную. Бросаю капусту. 5 минут варится. Вынимаю. Вытянула капусту. Пусть остынет. Полчаса достаточно. И делаем омлет. Приготавливаю форму. Смазываю сливочным маслом форму. Достаточно. Потом перчим капусту по вкусу и мешаем, чтобы пропиталось, пока делаем омлет. Оставляем. Делаем омлет. Вбиваю 10 яиц. Пол чайной ложки соли. Размешиваем яйца. Четыреста миллилитров молока добавляю. И просто размешиваем. Наливаем пол формы. Приблизительно. Нарезаем меньше капусту. Так, пластинками. Мелкий талк вложим, цветы, а большие режем. Заливаем вторую половину, заливаем. В
Ставим в духовку 180 градусов. Маленький секрет. Чтобы омлет не осел, не открываем духовку 30 минут. Ставим в духовку. Наш омлет запекся. Вкусный, сочный. Будем разрезать. Разрезается хорошо. Достаем. Смотрите, какой сочный. Красивый. Наш омлет готов. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.